Игорь Васильевич, я давно хочу бросить курить, но не получается. Помогите. Такие письма Брайко получает ежедневно. Многие врачи использовали иглоукалывание, чтобы избавить людей от этой вредной привычки. Ялтинский врач нашел свою последовательность введения игл. Эффект превзошел все ожидания. После прохождения курса 94% пациентов Игоря Васильевича бросают курить. Это была очень долгая, сложная работа. Он изучал историю акупунктуры, анализировал, искал. Всей проблемы его открытие, конечно же, не снимет, но, несомненно, поможет многим. Уезжают домой его недавние пациенты. Где-то собираются в дорогу новые пациенты.